глава Бутлихского района Руслан Гамзатов встретился с Магомедом Курбановым и лично поздравил нашего борца с очередной победой на турнире. Напомню, что ранее Курбанов стал победителем Кубка Ивана Ярыгина весовой категории до 97 кг. Поздравить Магомеда также пришли первый заместитель главы администрации Ахмед Лабазанов, начальник отдела по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Руслан Муртазалиев, глава села Годобери Шамиль Курбанов, первый тренер спортсмена Шалап Шалапов и тренер Ботлевской детской юношеской спортивной школы Гаджимурат Гасанов. Руслан Гамзатов поздравил Курбанова с очередным титулом в спортивной копилке, а также заслуженной и уверенной победой, пожелал ему дальнейших успехов, достижения поставленных целей. «Мы очень гордимся, что выходцы из района, воспитанники наших спортивных школ, покоряют вершины спорта. Теперь ждем олимпийского золота», – напутствовал глава района. Встреча прошла в неформальной обстановке за чашкой чая в формате приятной беседы, где вольник поделился своими эмоциями от каждой победы, планами и целями, а гости делились впечатлениями и отеческими наставлениями. Спортсмену также вручили памятный подарок. Борец вольного стиля Магомед Курбанов – многократный чемпион Дагестана и России, обладатель Кубка мира 2019 года, чемпион мира 2021 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года.